Тверскому областному перинатальному центру имени Бакунина исполнилось 11 лет со дня основания. Здесь помогли появиться на свет уже не одному поколению детей. Всего за это время здесь родилось более 32 тысяч малышей. Ровно 11 лет назад, 2 августа, открылся областной перинатальный центр имени Бакунины. Сюда направляют пациенток с проблемными беременностями со всей области. Здесь принимают сложные роды, спасают жизни сотням малышей. День рождения в перинатальном центре встретили по-рабочему. Прервались лишь на небольшое праздничное мероприятие. За 11 лет сделано очень много, о чем мы можем служить вообще по нашей службе в регионе. А цели – это улучшение всей службы нашей, родоспоможения, улучшение качества оказания. А если говорить простыми словами, наша работа направлена на то, чтобы как можно больше людей Тверского региона были самыми счастливыми и в семьях рождались детишки. На празднике, устроенном в честь дня рождения центра, собрались мамы и дети, те, чьи случаи принято называть уникальными. Так, Светлана Наумова здесь стала мамой тройняшек. У женщины три дочки – Василиса, Виктория и Валерия. Девчонки родились, вот, Василиса была самая маленькая, 1,615 кг, Лерка – 1,895 кг, а Вика – 2,120 кг. Василису в недоношенных положили, а девчонок сразу перевели там маме, когда, в принципе, переносили на второй день палаты. Интенсивную терапию перевели, и детей уже кормить приносили. Через 10 дней нас перевели в отделение недоношенных. И мы там были, наверное, недели две. Девчонки вырастали, выращивали. Вот, отпустили домой. Сейчас девочкам 9 лет. Они втроем занимаются художественной гимнастикой и ходят в бассейн на плавание. В жизни пригодится, будет красивая осанка, спина будет красивая, фигура. А вот сейчас Олимпиада идет. Смотрите вообще? Да. Конечно, особенные пациенты здесь – малыши, рожденные недоношенными, с экстремально низкой массой тела – до 1000 граммов. Однако сейчас в радостных мальчишках и девчонках совершенно невозможно узнать тех крох, которых еще совсем недавно выхаживали в кювезах, создавая условия, близкие к внутриутробным. В этот же день поздравили 70-летием ветерана акушерской гинекологической службы, заведующую дистанционным консультативным центром имени Бакуниной, главного внештатного специалиста по экстренной акушерской гинекологической помощи Министерства здравоохранения Тверской области Вадима Янкова.